Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я всех приветствую из Самарской области, и это стадион «Кристалл», как говорит нам сейчас титр. Матч 17-го тура. Кахидзе 24-й, Константин Киртанов 11-й и еще одна атака Акрона. Ну, здесь не получилось пробить, но еще опаснее, и гол! 1-0. Вторая минута встречи. Самый быстрый гол тольяттинцев в этом сезоне. Владимир Марухин. То же самое было против Балтики. Тоже Марухин тогда забил. А сейчас в атаке Акрон. Передача в штрафную площадь. Удары. Ай-яй-яй. Владимир Марухин. Буквально спустя 7 минут после первого взятия ворот. Где вы думаете? В Акроне. Причем еще в Новосемейкинском. Атака. Хозяев поля. Можно пробить. Пыльенко убрал одного. Рикошет. И гол! Максим Пыльенко. Четвертый гол. Здесь какая скидка от Карима. Бензема Гераева. И Максим Пыльенко. Не без помощи везения. Транзитом от ноги. Кахидзе. Навес в штрафную площадь. Будет ли удар? Есть удар, и Волков. Вот здесь очень надежен Сергей Волков. Ну какой навес, и как здесь упустили защитники. Не видно мне, правда, пока кто это именно будет. А пока в атаке тольяттинцы. Хорошая передача. Удары. 3-0. Владимир Азаров. И Владимир Азаров в касание под самую штангу. Двойная замена будет у Велеса. Я думаю, что это ответ на пропущенный гол. Хорошо, как пробил. Без шансов для Алексея Кузнецова. Ничего с Рубина, но правда этот матч, наверное, не очень интересен. И все. Все набирает Акрон 20 очков. Поднимается на 12 место.